Что ж, благо, перерыв в съемках оказался недолгим. Что ж, муж добавит, уж находясь за кадром. Оператора бы, да оператор не раз и не два. А съем судил, зародился, не все, как хотелось бы, покажет. Так вот, значит, это ж в кустарных условиях, ну как удалось, так и сделал. Удалось, так и сделалось. Вот, понимаешь. Это ж не так легко было сделать. Можно было и двуручный вариант, а просто сделать. Да мало ли какие угодно. Но именно процессные характеристики не удавалось. Ну куда лепить? Вот же это ж пропоксибетон применился. В промышленности должно, конечно, иначе. Вот. Так если будет вращающаяся гильза, так вот этот элемент, вот этой нижней, тоже должны быть сферического типа. Ну, даже их какие-то сменами можно делать. Для гильз все же нужно вот такого типа. Так в данном случае сделана одновариантная система, по одновариантному порядку. Такой для тяги, все можно говорить, тяги, да мало ли упражнения. Там можно и толкать, да, конечно, при надлежащих именно показателях физического. Вот это вполне, значит, какое здесь расстояние, вот же, очень хорошо, правда, все же лучше, да. Так вот и здесь так же. Хотя в промышленности вот эти вот именно суточные, которые не очень так аккуратно сделаны, должны быть не такими же, как говорится, здоровенными. Все же. Даже пришлось их на уширение делать. Иначе прогиб большой получался. А в промышленности будет какой вариант? Не более вот такого диаметра. И на любом плече бы просто отлично могло оно пролегать. Нужно двумя руками поднимать, когда две руки вместе. Так же можно сделать. Ну, порядка метра общая длина. Вот это около. Это даже чуть меньше. Да, так же. Да, нет, 30-40 миллиметров. Вот. Так, это как раз нормально. В чем же говорилось, что вот при опускании, вот, очень-очень удобно. Вот. Если есть кому-то какая-то необходимость, можно делать даже и самую настоящую штангу. Трансформировать особую. Да, шаровую штангу. Так само можно делать. Мало ли какие-то. Причем, а гири, вот есть тут такой одноручный вариант гири. А есть же и двуручный. Ведь может быть и с этой стороны. Так само рукоятка. Так само, именно вторая душка, да, двухдушковый вариант, какие только угодно. Да, это здесь все время делается, да, укрепительная полоса, это древесина, и вот древесина, ну и что? Все нормально. Бросать что? Бросать в этих условиях все куда? В гости ж придут соседи, да, без, как говорят, без приглашения, вот. И вот тогда не забывать. Так, теперь. Значит, тут деревья. Хорошо, диаметр получился. Значит, стартовый вес низкого. Но бросание, как говорится, исключается. А в промышленности, если необходимо, такие гантели выпускать было бы. Ну, да не только для курса силы. Так, там же могут гораздо меньшие веса могут быть. Как, да, скажем, если по номиналу гири от 4 до 8 килограмм даже так, от 8 до 16, 16 до 32, это по номиналу лишь, вот, до 32 до 64 и так далее. А возможно, всевозможно какие-то другие с точки зрения, чтобы, конечно, попрочнее было. Ну и стали такая конструкция. Ого, тут миллиметров 200, порядка 280 миллиметров. Там стали, да, будет за 70 каждая, может быть, весить.
даже, конечно. А такая, такой гантель, вот если стали сделать, вплоть до 160 килограммов там такой ее вес. И, как говорится, все силачи мира были бы довольны. Проще всего было бы так, именно такой, что, то есть, случай при бросании любой, говорит, был бы не страшен, даже при случайном бросании. Но так как бросается, там не должно быть. Так, там должно быть, то есть надо опускать снаряд, показывалось в одном из видео роликов, опускать снаряд, а покажем еще разок. Вот как опускается снаряд. И не иным образом. Вот. А не разворачивать и бросать, как после показывают. Рывок, пожалуйста. Даже рывок можно делать. Там на силач мира вроде рывок не делается. Вот. И не надо бросать. Спортивный снаряд. И тебе теперь. Так, сама. Точь-точь. Можно эту. А то на серии он так и остался снятым. Ну и хорошо. Так само можно. Пускай. Допустим. И так само можно было опускать. Видите, вот спортивный снаряд. И прыжки точь-точь. То есть если бы вращалось, вот, никаких затруднений бы не было. Сейчас попробуем. О, тяжело. Вот. О, это правильно было бы. Что ж, всей части. Немножко нарушено предварительные условия. То есть автору пришлось находиться не только за кадром, а слегка и повоевать. Так, время поджимает, подпирает. Как всегда, чтобы не переборщить и время съемки, и чтобы ютубисты, как говорят, не заблокировали. Были такие варианты. Так. Ну, опять-таки, если будет возможность, необходимость что-то продолжать по всей теме видеоролик, вот, будем рады продолжить. А покуда, традиционно скажем, вот, до свидания, до новых встреч.